центов подвод, блядь. Ну мне же надо, чтобы на кого-то подлодка агрелась. Ну это понятно, на кого. Блядь. Зачем она на меня будет агреться? Больше, больше-то чего? А лодка-то какая, кто там ходит, блядь? 25-ка. Не рак какой-то, не рак ма. Не рак мама. Не рак мама, да. Но в подводном деле похоже на рак. Сейчас посмотрим, что зарекаться. В глаз себе потыкай. Не тыкальщики задолбали. Станут за островами и только тыкают. Карий глаз, блядь. А почему у нашего авианосца такая большая эта точка, а у ихнего меньше? Потому что он прокачал себе этот перк капитана. Ну-ка давай посмотрим, кто у нас тут есть. А как это же? Там надо прокачивать. Да я не помню. Вот она, красавица наша. Сука, блядь. Не говори, блядь. Юрий Венедиктович. Че, вам опять с подводной лодкой помогать? Он с ремку прожал. Да было бы не да. Было бы, конечно. Не рак, согласен. Он нырнул. Насветите. Он нырнул. Они бросили его. Все в отворот пошли. Анальщики, да, вот это? Я думаю, да. Жопой поворачивается, блин. А, он прошел, смотри, какой красавчик. Да? А, блин, он точку еще повешал. Угу. Отлично. Нихера себе, вот мне что-то не будет потом. Блин, он в твою сторону идет, Андрей, видишь его? Нет. Ну вон они, эти пятна, блядь. Ну, короче, где-то он чуть-чуть вот. Ну так киньте бомбы в меня, я-то как не я вижу пятна. У меня бомбы-то они из жопы летят, блядь. Бомбы из жопы. Если из-за этого пидораса, блядь, меня заберут. К этому все идет, блядь. Валится. Ай, ебаный в рот, блядь. У меня воздуха нету, мне надо всплывать. Ну, в общем-то. Где лодка, блядь? Вот там, где я утонул чуть-чуть дальше, блядь. Нет, я ее тебе видел. У Меклина типа гапа есть что-нибудь? Да давай посмотрим, блядь. Нет. Это же просто прекрасно. Вот она лодка. Вы хотели, и пожалуйста. Внимание, передаю координаты цели. Сейчас подожди, кончим лодку. Да, да. Он сам ее решил кончить. Да? Я не попадаю. Не. Импульс не попадает в нее. Я там ее поразмял, как говорит. Да, да. Очень благодарен тебе за это. Спасибо.
Не, система типа воздух закончилась. Ой-ой-ой, сейчас меня разомнут так же. Батарейки нету. Торпед нету. Батарейка разряжена. Вот система часопик. Как тебе? Я какую-то мотку поставил, блядь, стало видно, блядь, сколько у тебя воздуха, блядь. У меня без мотки это видно. Вторая линия под этим, под хилкой. Я не знаю, что я такое установил. Наверное, вот этот пук. Нет? Может быть. Точно, смотри, Андрюха около линии трется, в линию уперся, блядь. Ну, а я тебе о чем? Пока я тут доблестно. Блять, больно. Меклин горит, да, походу? Вот на этом фланге играть. Вот смотри, блять, 4 лодки стоят за островами, блять. Но... Да. Только хуже, блядь, нет. Только одна Монтана, да. Да, Монтана вообще красавица, блядь. Только одна Монтана утирает синюю линию, все остальные стоят за островами. И только маленькая. 2 километра до Салема. Монтана, он в этом. Это до демона, я даже не знаю, сколько я его не вижу даже. Вон наш Голден Лев пошел в прорыв. Так, часопик-то еще живой там остался, да? Так, ну, сейчас этот улетит. План войны ушел, блин. Мне надо немножко подэтоваться. Подтониться. Сейчас вот этот улетит. Практически. Я полную, мне минута осталась. Минута — это много. О, минута, если куда-то грести, то в принципе это много. Если это бой, когда начинаешь уворачиваться от крейсеров и всего говна, что в тебя летит, это очень мало. Вот мне уже сообщили, что у меня низкий заряд батареи. Опа-на, вот это добрый вечер. Бедный часопик сразу вправо руль рванул. Куда ему рвануть, если он обнаружен? Двойная точка? Нет, ремка. Часопики там. Вот они перед тобой как раз. Наша команда получила преимущество. Не, не дойду до него торпеда. Дойдут две штуки. Отлично. Сейчас Монтана доделает твою работу. Поглядим. Что-то поворачивать начал козел. Нормально, нормально, кто-то еще шмаляет по ним. Да, блин, сраный Нахимов сюда прям летит. Да просто они как видят клан Квант, блядь, они сразу начинают сюда летать. Неважно, блядь, надо это, полезно это для команды. Они просто пытаются утопить игрока клана Квант, блядь. Похилиться не дал мне. Ныряй давай. Я-то нырнул. Блять, торпеды не дошли, вот это хуже. Нет, попало. Значит, пока ты нырял, опять над тобой точку повешу. Да. Мне нужна помощь друга. Чем? Я и так стреляю, чтобы в засвете быть. 896, сейчас друг лупцанет, блять, и...
Как там этот пел? Сташевский, по-моему, что ли? Нет у меня друзей и нет врагов. Меня уже никто не ждет. Сколько Тинитун разгонял лодку? 40 с чем-то. Нет. 39. Вот у меня 38,9. Да у тебя сальники, наверное, не те, блядь, сильно набиты. Я прям... Да, 38,9. Все то поставил. Свети давай, авианосец, ё-моё, блядь. Он где-то прям... Он надо мной прям. Я тебе про чё и говорю, блядь. Ну так сейчас он пролетит надо мной, и я всплыву. Он прям перед тобой, потому что вот он рванул, видимо, с той точки, где у него был засвет. Давай я сейчас вот так вот прожму. Нету тут никого вокруг меня. Сука, ну не может же он кругами. Да? Вон я тебе говорю же. Вот оно. Отомсти ему за меня. Нет, ты часопиком занялся. Часопик 7 километров, авик 11 километров, торпеды на 10. Правильно. Давай подумаем, в кого мне сдаваться. Не надо думать, да, это Монтана сзади идет. Да, Монтана идет, Монтана пусть и думает, согласен. Да не больно, блядь. У нее думалка большая. Ты его напугать решил, что ли? Ремку сбить. Ага. Сука, часопика этого недобитка. Блять, ведь попадет же. Запросто. Да еще пробил. За топом, да. Тебе не нравится часопик, да, я так понял? Вообще никак, согласен. Ему и Нахимов не нравится. Понятно. Ну, сейчас повешает на него. Ой-ой-ой. Часопик планирует. Ё-моё, как близко-то. А вот теперь я никого не буду светить, чтобы фраг достался мне. Хорошо. На нем две точки висит. Да. Только может не дойти, кстати говоря. С 9 километров отдавал. А он назад гребет. Посвети, а то меня, блядь, сейчас угандошит. Я не могу светить. Там люстра. Да, они дошли, блин. Все, посвети, посвети, посвети. Лавик надо мной, ё-моё. Уже точки нету. Все, всплываю, всплываю. Че вы начали? Да у них тут кого, ребят-то осталось? Ты да я дома с тобой. Часопика, который нам вот, вот это прям вообще, да, было бы шикарно с твоей стороны, если бы ты его... Он еще боком идет, это же вообще, блядь, песня. Лебединая. Давай, Монтана. А, все, красавчик, теперь ты точно. Все, да, все, уже поздняк метаться, Монтана, этот не упустит момент. Я же говорю, блядь. Нам потому что медалька нужна вообще наступление. Да, как же без нее. Сколько же у тебя этих медалек, интересно. А это же нигде не пишут. Вот авик зачем на славу летает? Ну, точку берут. А чё, у славы такой далекий? 11 километров. Опасненько. Промазал хорошо как. Ну так. Ты думаешь? Типа три съел нашего Севастополя. Ё-моё. Давайте так только же шевелите пальцами. А славу мне оставьте. Нет, до Кракена не хватает три лодки как раз. Тогда мы его не трогаем всем матой. Да. Ты это Ямато сказал? У него попасть не могу, блять. Вот и правильно. Че, вам посвятить его? Сейчас слово. Не надо. Я на патри. Там хп есть, блять. Там 27 тысяч остатки какие-то. Все, урону приятно. О, ёпта, макенбок, блять. Даем. Ну, не говори. Они не успеют дойти, наверное. Да кто бы его добил? Монтана. 5 Монтана подсосет фраг. Даже не стреляю туда. Иди вот. Убивай его. Он из-за этих 600 не будет тратить свои пульки. Вообще, бля.
Да вот летит там, желающих-то ему, блядь. Блять. Отсосали фраг. Может долетит, а? Блять, там убили всех уже. Ну и че, взял я наконец-то, нет? Наконец-то взял. Кого? Да вчера не мог 1500 планку эту перейти. А, понял.